Земля! Земля! 33-й! Выхожу на рубеж! Выхожу на рубеж! Мама! Папа ушел уже. Ушел. Спи. А я не слышала, когда он ушел. Мама! Спи, Танечка, еще очень рада. Сейчас папа приземляется. Заворачивает на рулежную дорожку. На стоянку. Ну все, мама, я побежала. Танечка, платье надень. Ай! Таня!
просто шикарно. Нет, а что там? Он ушел 4 утра. Единственный раз не проводил от дверей. Он сказал, ты не вставай. Thank you.
Танечка. Уже поздно, ты почему не спишь? Таня. А ты? Как это при исполнении служебных обязанностей? Как это при исполнении служебных обязанностей? Он летел над морем. Над ним небо и звезды. Под ним тоже небо и звезды. Когда над морем летишь, трудно понять, какие звезды настоящие. Позвольте, я чемодан поднесу. Да ладно, я сам. Здравия желаю. А вы какое училище закончили? Черниговское. А, у нас много черниговских ребят. Здравия желаю. Здорово. Да нет, я после этого лет 6 на севере служил. А почему к нам теперь? Ну как почему? Служба, послали, вот и к вам. Нет, сюда, товарищ майор. Две комнаты со всеми удобствами. Значит, 6 лет на севере? Отмотал. С бородой не бойся. А я-то нет. Вот друг у меня был, так тот, как Дед Мороз ходил. Ну, открывай комнату, что ли? Ключ-то у вас. У меня? Ну, да. А я стою, жду, разговорился. Да не давал ты мне ключа, браток. Никак нет, товарищ майор. Лично вам в штабе вручил. Ну куда ж я его? Мой шинель? Что смотришь? Ну так и есть. Ну вот вопрос, как я его туда положил.
Зано. Я был вратарем. Молодец. Кота ловили. Танька, Станька, а ты можешь кота поймать? Надо будет, поймаем. Уже надо, поймаем. Ух ты! Светит? Светит ночью. А ну дай. Отдай. Обойдешься. Отдай. Иди. Иди. Ты сучал? Нет. Чего тебе? Ничего. А стучишь зачем? Это ты бросил в ящик веточку. Какой ящик? А вон в тот, почтовый. Не бросал? Нет, я знаю. Ты всегда возвращаешься с работы, оставляешь веточку. Хм. Зайти хочешь? Хочу. Ну, заходи. Это Икар. Икар? Кто это Икар? Ну, был один мальчик. Отец как-то смастерил ему крылья из перьев и воска. И сказал, не летай низко над морем и не поднимайся близко к солнцу. Но Икар не послушался. Долго летал и приблизился к солнцу. А что дальше? Воск растаял, крылья рассыпались, и он упал в море. А почему он не послушался? Ну вот был такой непослушный мальчик. А как тебя зовут? Таня. Таня. А тебя? Василий Павлович. Какой? Плохой. Бармалей.
Нет, 20-й, 30-й. Все ты знаешь. Здесь 45-й. А мой папа 33-й. Здравствуй, Таня. Здравствуй. Ты что здесь? Ты ждешь кого-то, а? Нет. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Ну так что ты сегодня в садике делала? В углу стояла. Правда? И за что же это? Та воспитательница придирается. Придирается. И надо же. Это ты рисовала? Нет, не я. А это? Нет. Ты, я знаю. Нет, не я. Таня. Что это? Картина. Можно посмотреть? Чепуха это. Таня. Не знаю, если 65-го вырвались.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте. Опять ты здесь. Уходи отсюда. Таня, ну сколько раз можно говорить? Иди домой. И не приходи больше сюда. А на какой машине папа летал? На такой же. Где она? Скажи. Зайди завтра за мной в садик. Ладно, зайдешь? Ладно, зайду. Только пораньше. Пораньше не смогу. Полет. А потом зайду. Thank you.
45-й. Цель вижу. Атаку разрешаю. Атакую.
готовность 2. Повторяю. Первая, третья. Готовность 2. Таня, входи. Таня. Здравствуй. Здравствуй. Входи. Ну, входи. Пойдем. Ты не зашел за мной. Не зашел. Извини, Танечка, не смог. Ты больше не будешь летать. Здесь, пожалуй, нет. А где? На севере. А это далеко? Там красиво, Танечка. Снег синий-синий. А зимой не бывает солнца. Ночь длинная-длинная. И только звезды на небе горят. Темное небо и звезды. И больше ничего. И люди все время спят? Нет, почему же? Летают, работают. И еще, Танюшка, бывает там северное сияние. Это когда небо вдруг загорается синими, зелеными, красными огнями. И бегущие олени по синему снегу. И потом вдруг у меня там... Поеду я, Танюшка, отсюда. А я... Ну что ты? Здесь тоже хорошо. Улетаешь, березы провожают. Прилетаешь, встречают.
Булочку возьми. Танюш. Открой, пожалуйста. Мама! Разрешите? Пожалуйста. Входи, входи. Снимай фуражку, вешай вот сюда. Сюда, да? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Угу. Садитесь с нами ужинать. Да, спасибо, я уже поужинал. Это тебе, Таня. Спасибо. Я вот зашел... Проходи, проходи. Садись. Здесь? Да. Извините. Я сейчас. Ты что ж не приходила? На тебя обиделась. За что? Потому что я к тебе много раз заходила, а ты ко мне ни разу. А я думал, ты заболела. А я никогда не болею. Правда? И я тоже. Ну, пей молоко. С булкой, наверное. А ты любишь молоко? Люблю. Парное. По утрам мама прямо с подойника поила. А где твоя мама? Есть такое село, Танечка, Миловатка. А почему Миловатка? Может, потому что горы кругом белые. А может, по другой причине так называют. Пожалуйста. Спасибо. Вот сахар. Масло, бутерброд сделайте. Угу. Дай, дай, дай. Все время белые. Как мел. Мне, наверное, спать пора. Еще рано. Я тоже пойду.
25-й, вам запуск. Взлет. 25-й, вам запуск. Взлет. Вас понял. 50-й, запуск. Взлет. 45-й, все произвел задачу. Пусть ты. Это 20. Скорость 50. Вас понял. На 50-й. Разворот влево. 15 лошади готовы. Готов. 37-й, готовый занял. 33-й, готовый занял. Вас понял. 90-й. Запуск. Вперед. 37-й, все произвел задача. 130-й. Разворот вправо. Курс вместе. 116-й, понял. Разворот вправо. Курс вместе. 45-й. 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 28-й. Идите на посадку. Вас понял. Вас понял. 45-й, задачу выполнил. 45-й, задачу выполнил. 45-й, идите на посадку. Вас понял. Просто летают самолеты. А он тоже летает. Летает. Успокойся. Баю, баюшки,
Земля! 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 33-й! Выхожу на рубеж! Выхожу на рубеж!